Ева занимается ушу уже 10 лет. С этим видом боевого искусства познакомил отец. В свои 14 она кандидат в мастера спорта, победитель различных соревнований, теперь еще и призер Всероссийской спартакиады. В ней приняли участие около 1000 школьников из 67 регионов страны. Третье место – достойный результат как для Анапы, так и для Кубани, в сборную которой вошла наша спортсменка. Девушка признается, для нее ушу – это особая философия. Владение приемами и сложными техниками позволяют развивать ловкость, гибкость и не только. Силу, выносливость, координацию. Также развивается ум, так как мы исполняем комплекс. Я равнялась на Дарью Тарасову, это чемпионка мира по ушу. Выступала я вообще Чань Цуань, Дао и Гунь. Дао и Гунь – это оружие, а победила я в Чань Цуань, это работа без оружия. В ушу требуется и гибкость, и ловкость, и сила, поэтому тренируется все тело одновременно. Так как ногу надо поднимать высоко, и растяжка нужна такая, чтобы и гимнастика, потому что ушу таулу – это вид особой гимнастики. Вот. А ушу саньда и ушу саньшоу – это вид боевого искусства, такого, которое уже применяется на подиуме, где они дерутся в перчатках, там, в кирасах специальных. За каждой победой спортсменки стоят упорные тренировки и опыт профессионального наставника. Александр Воинов обучался ушу на родине боевого искусства в Китае. За несколько лет тренер побывал в Пекине, Шанхае и даже буддийском монастыре Шаолине. В Анапе остановился 3 года назад. За это время сумел увлечь красивым боевым искусством порядка 200 человек. Все они занимаются разными видами ушу. Причем на тренировки ходит не только молодежь. Что чувствую? Наверное, подъем духовный, наполнение легких воздухом, кислородом. Здесь еще прекрасный пейзаж за окном. Исключительный просто педагог, который нам дает азы, и с ним интересно общаться. То есть это и духовное насыщение, и физическое насыщение. По словам тренера, боевое искусство требует полной отдачи, как физической, так и эмоциональной. И здесь всегда есть куда расти. Анапская федерация ушу регулярно участвует как в краевых, так и во всероссийских соревнованиях, нередко занимая призовые места. Уже через несколько месяцев стартует чемпионат России, куда от города-курорта отправится 6 человек. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.